Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. Сегодня вышла новенькая iOS 13.4.5 Beta 2. Что же нового в этой iOS? Я ничего нового не заметил, опять же, ничего здесь такого нет, все так же быстренько работает, никаких нареканий я здесь не вижу. Работает все так же быстренько, то есть отклик хороший, как Haptic Touch, виджеты прорабатываются и все остальное. Но что мы с вами обращаем внимание? На то, как у нас прогрузится здесь батарея и будут ли какие-либо фризы. Вот первый фриз, это понятно, он всегда будет и все остальное. Вот смотрите сами, здесь никаких глюков нет, а это значит, что эта версия очень себя достойно ведет. Вот. Поэтому смотрите сами. Но опять же, я напоминаю вам о том, что это действительно все-таки бета-версия. Не стоит на ней зацикливаться, как бы, потому что, ну, зачем она вам нужна? Вы смотрите лучше за тем, как я записываю ролики об этом, я вам рассказываю. То есть, как работает скорость работы, как и все остальное. То есть, игры, ну, запуск приложения я не буду делать. На самом обычном это проверить, как я вам всегда показываю, на батарее. Заходите в состояние батареи, активность. Если первый раз фриз прошел, он всегда будет на всех устройствах. Дальше, если фризов нет, значит она работает достойно. Опять же, смотрите для себя, расцените. Но если вы все-таки надумаете ставить какую-либо бету-версию, это будет эта или еще какая-то другая, никогда не забывайте делать резервную копию для того, чтобы обезопасить себя и быстро восстановить данные, вдруг если что-то пойдет не так. То есть создавайте ее на iCloud на устройстве, создавайте ее на iTunes через ПК, и тогда вы не будете знать беды. Это я вам точно говорю, потому что ситуации бывают разные. То пропадут после обновления заметки, мне там писали, то еще что-то, то фотографии, то пароли где-то пропадают. Может быть все что угодно, это же бета-версия, даже на релизах происходят всякие казусы. Просто не забывайте делать копии, это обязательно. Если не знаете, где делать на устройстве, все просто переходите в настроечки. Вот основной экран, ваш Apple ID, iCloud, опускаетесь ниже, резервная копия. Активируйте ползунок и создать резервную копию. Все, и вы знаете счастье, ничего сложного. Пишите, какой у вас iPhone, какая у вас батарея, как себе вот ваш телефон, на какой вы iOS. Оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.